поднять вопрос о продолжении выборов, потому что до 8 часов хорошо, если не успеете проголосовать. Да, но я читал такое, что правительство ЛНР боится, что не хватит бюллетеней. Да? А, что не думали, что такое будет это самое? Да, 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 да. Потому что много людей повозвращалось. Вот, и боятся, что не хватит бюллетеней.